Всем привет! Вас приветствует компания «Многогерц» и интернет-магазин «Многогерц.ру». Сегодня у нас в гостях необычный нетбук. Называется он «Школьный нетбук» и произведен он компанией «Айру». Давайте по традиции посмотрим, как он оформлен. Вот такая вот симпатичная коробка. Оформлена в таком школьном стиле. Давайте посмотрим, что у нее находится внутри. Так, вот внутри мы видим сам нетбук. Он не совсем обычный, у него есть ручка для переноски. Пока отложим его в сторонку. Что еще в коробке? Так, в коробке, очевидно, это коврик для мыши с интересной надписью «Я верю в Деда Мороза». Отлично. Диск для восстановления операционной системы Windows 7. Паспорт изделия, как видим, на русском языке. Руководство пользователя. Такое красивое. Здесь какая-то рекламная брошюра компании Айру на блоке. Так. Дальше что у нас здесь есть? Вот такое маленькое зарядное устройство, блок питания и батарейка. Вот такая вот батарея. 4400 мАч, достаточно емкая, то есть нетбук должен достаточно долго на такой батарее работать автономно. Коробку убираем в сторону. Давайте установим батарею. Так, батарея у нас находится вот здесь в нижней части. Наверное, как-то примерно вот так. Вот так, и все за щелочкой защелкивается. Вот такой получается удобный пластмассовый чемоданчик. Достаточно прочный. В характеристиках нетбука заявлено, что он имеет ударопрочный корпус. Действительно, пластик действительно такой прочный и необычного голубого цвета. Вот, давайте откроем. Вот так выглядит клавиатура. Покажу поближе. Русский шрифт и латинский разным цветом обозначены на клавиатуре. Характеристики производителя утверждается, заявлено, что клавиатура влагозащищенная и экран также влагозащищен. Мы видим веб-камеру. Так, что у нас с портами? Здесь у нас закрытый заглушкой разъем LAN для соединения в локальную сеть. Два порта USB. Отверстие для Kensington Lock ключа, чтобы не украли, нетбук можно прицепить. С этой стороны вентиляционное отверстие, выход на внешние динамики либо наушники, микрофонный вход, еще один USB и разъем DSAP для подключения внешнего монитора. Но также разъем питания. На передней панели справа клавиша включения. Светодиоды. Попробуем включить. О, включился. Ну, сейчас посмотрим их в работе. Заявлен какой-то интересный школьный софт. Интересно на него посмотреть. Нетбук имеет также, вот я вам не сказал, встроенную веб-камеру. Вот она в верхней части экрана находится вот здесь. И микрофон находится в необычном месте. Вот здесь. В нижней части выход динамика. Итак, я развернул операционную систему. Вот мы только что загрузили компьютер. И автоматически здесь запустилась программа настройки, которая предлагает администратору настроить компьютер для дальнейшего использования детьми. Вот такая какая-то интересная программка. Создает пароли, создает учетные записи. Можно здесь изменить язык. Так, ну мы этим заниматься
сейчас не будем. Вообще, этот ноутбук относится к классу так называемых устройств ClassMate, то есть предназначенных для обучения, предназначенных для использования детьми. Вот, ну, надеемся, что вот такой ноутбук понравится нашим школьникам, будет безопасен и удобен в использовании. Вот если видите в верхней части рабочего стола Windows 7, здесь стоит Windows 7 начальная, стартер так называемый. Есть программное обеспечение, вот, которое заявлено производителем. Здесь есть возможность управлять компьютерами, подключенными в локальную сеть, настраивать учетные записи. В общем, такая утилита администратора. Называется она Intel Learning Series Classroom Management. Вот такая программа руководства пользователя, как видите, на русском языке. Вот. Ну, понятно, что программа разработана компанией Intel, никак не ARU. Вот так. Что появился у нас антивирус Microsoft Security Essential, то есть сразу автоматически установлен. Отменим его пока. Так, ну вот что здесь из софта. Работа веб-камеры. Можно веб-камеры посмотреть. Всем привет! Это школьный ноутбук ARU Intra 105, он называется. Ну все, всем пока, встретимся на многогерц.ру. Чуть было не забыл вам показать одну интересную вещь. Для тех, кто переживает по поводу производителя, надежно ли это, мол, ARU сделано в России. Ну, хочу показать вам вот такую вот наклеечку на оборотной стороне нетбука. Вот видите, да, логотип ARU, а вот здесь вот мелким шрифтом написано Made in China, Special for ARU. Господа, не беспокойтесь, все сделано в Китае, все очень надежно. Ну все, пока.